Всем привет! Сегодня мы играем в такую игру, как Fish, Fit and Grow. Для меня это игра, как бы сказать, в первый раз я играю в такую игру. Ну, было, конечно, споры, но это что-то похоже на споры. Суть игры заключается в чем? В том, что ты сначала маленькая рыбка какая-то, ешь либо траву, либо мясо уже каких-то других рыб. Всем привет! Сегодня поиграем в такую игру, как Fish. Суть этой игры в том, что ты начинаешь с маленькой какой-то рыбки, поедаешь все больше и больше и больше, ты с тем временем, у тебя повышается левел, ты растешь, можешь есть больше других рыб, у тебя повышается дамаг, повышается жизни. Может, это то же самое споры, только на новом уровне. Игра это стимовская, она платная, но в данный момент она находится на бета-версии, и ее можно найти в свободном пользовании в интернете. Но если скачивая в интернете, то вы не сможете пользоваться мультиплеером. То есть, да, здесь есть лист, здесь есть сервера. Вот эти все сервера можно будет зайти, когда ты будешь через Steam уже играть. Так как это просто уже пиратка, я создам свой сервер. Поставлю по минимуму. Ну и все, и стартуем. Управление очень простое, то есть на клавиатуре это V вперед, S назад, Shift ускорение, E это способности его, у каждой рыбы они свои. Вот. V вперед, это назад. Левая кнопка мыши укус получается, а правая кнопка, вот, почти левая кнопка мыши укус, правая кнопка мыши он ест. То есть все, что вокруг него остаются кусочки пищи, то есть он засасывает это и ест. Также камера управления. То есть куда ты камеру повернул, туда он полетело. Вот. Ну так, осмотр просто. Все, также вот можно выбирать рыбы. То есть бесплатные рыбы. Они вообще самые маленькие, у них самый маленький дамаг, они самая маленькая скорость. Если вот получается рыба ешь, можно сказать так, у нее абилки есть такие, что пассивные, что ее когда атакуют, получают урон. Видите, все, остальные уже идут за монеты. То есть суть в чем? Ты играешь, ты убиваешь, у тебя копятся монетки, ты потом на эти монетки можешь покупать лучшие рыбы, чтобы с нее стартовать и с нее развиваться уже. То есть самое лучшее это вообще белая акула. Также есть обычная акула, это доисторическая. Ну давайте попробуем. У нас так как нет денег, мы туда. Так у нас нет денег, мы начнем с бесплатных. Вот. Жизни 19, жизни 8, 12, 24 жизни, один дамаг. Один дамаг, один дамаг. Ну, получается, возьмем рыбу, ешь, попробуем с ними поиграть. Сейчас двух словах объясню, и потом уже будете смотреть сами. Хотите выиграть, но нет. Нам дается пространство. Ну, может сказать, это большой аквариум. Вот видите, после на Е нажимаешь, у него активируется пассивка. Вот он раздулся, и при его укусе будут получать дамаг. Вот левой кнопкой мыши он как бы раскрывает челюсть и кусает. Давайте попробуем. Также вот зовут морскую звезду. Вот он укусил, вот 10 дамаг. Ой, один дамаг нанес. Еще, еще, еще. То есть все, кусочки разбросались, зажимаем правую кнопку мыши, видите, он поедает их. Все, съедаем все. Все, что было, потому что, чтобы повышать левел, чтобы расти быстрее. Также можно вот такие грибы есть. Ну, вот, это получается, как самый маленький у него, самая маленькая скорость атаки, самый маленький жизнь. То есть, ну, он еще ни о чемный. То есть, схамали, съели. Все, на этом заключается соль игры. Но, видите, вон там внизу,
есть еще больше акулы. Акулы, рыбы какие-то. Основная цель игры заключается в том, чтобы съесть белую акулу. Но чтобы съесть белую акулу, сами понимаете, надо быть неплохого такого размера. Вот видите, получается. Ох, краб нас понес куда-то. Лангуст съесть хотел. Также снизу есть две шкалы. Красная шкала — это жизни, то есть у нас осталось сейчас 5 хп. Чтобы повысить жизни, нам надо что-либо есть, либо ждать, пока они отрегенерируются. Но реген у него, как сами понимаете, очень маленький. И так что будем искать, что можно съесть. Вот видите, тень проплыла какая большая. Это, понимаете сами, что это белая акула. То есть вот финишем этой игры будет считаться то, что мы съели эту белую акулу. Вот. Также повысился уровень, повысились мы сами. В размерах, в укусе, в скорости, в выносливости. Да. Зажимая Shift, она просто ускоряется. Вот также доисторические акулы. Вот видите, они просто уже с одного укуса съедают эти морские звезды. То есть, если мы успеем, даже можно здесь что-то еще перекусить успеть. Видите, мы наносили раньше звезде 1, а сейчас 1,1. То есть, скажем, левел у нас будет больше дамага. Ой-ой. Может также попробовать рядом с этой акулой поплавать, чтобы найти мясо побольше. Так как она съест кого-то, ну, убьет, вот для него будут частички. Ой-ой-ой. Частички мяса плавать. То есть это мясо мы можем просто к ней подплыть и также съесть. Возрождаемся на пробел и начинаем опять заново все. Как я сейчас понакоплю денег на нормальную рыбу, нормально вырасту, я вам покажу, что эта игра действительно может быть интересной. Так, на начальных уровнях здесь ничего такого интересного нет. Просто выживание, да, ешь, пытаешься не умереть и все такое. Также нашел здесь краба. Сейчас попробуем съесть краба. Ну, что он очень живучий и не хочет съедаться. Опа. Помощники, я думаю, подъехали. Ну, то есть, понимаете, да, что, ну, тут реальность все-таки какая-то имеет, что краба так долго есть, потому что из-за панциря его и все такого. А вот она и наша цель, белая акула. То есть, съев ее, ты, можно сказать, заканчиваешь эту игру. Но так как она находится на бета-версии, возможно, в будущем будет что-то более интересное. Поднакопил немного монет, решил купить другую рыбу, чтобы показать, что разные рыбы свой, ну, получается, разная степень агрессивности, разные укусы и разные также обилки. Сейчас взял такую рыбу, как щука, то есть у нее обилка такая, что они будут стаями плавать. Вот нам попалило сразу мясо. Видим, маленькое мясо она ест, а большое она не может съесть. Так что приходится его раскусывать. Вот такая вот рыба была у меня. И еще особенность этой рыбы в том, что она укусила раз и все, она не отпускает ее. То есть, да, буквально там я съел 2 кусочка мяса, одну рыбу, все, я уже на втором уровне. Как бы не на третьем стал. Ну все, сейчас попробую что-то еще больше сделать. Попалось мне такой куш, что видно, кого-то большого очень съели, и мясо все всплыло на поверхность. То есть мы сейчас просто это мясо съедим, вырастим в размерах и будем кого-то уже убивать. А вот сейчас начинается порыво.
мы выросли уже до такой степени, что мы можем есть маленьких рыбёк, даже не надкусывая их. Просто зажимаем правую кнопку мыши, то есть засасывая их, мы просто едим. С каждым разом все получая больше и больше уголов. Также попробовал я убить акулу молот. Убивается просто на раз, два, три. Ну то есть сейчас еще маленько подрастя. Опа! Что это было? Пробила акула. Правильно. Ну, суть в чем. Не смогли выиграть. Да, игра интересная, игра захватывающая. Также она в данный момент находится на бета-версии, но это не мешает ей также оставаться прикольной игрой. Вот, ну получается, не поиграл я сколько, ну, час, может даже меньше часа. Все, мы, получается, уже купили себе доисторическую акулу. Все, то есть сейчас мы можем маленько подъесться, чуть-чуть совсем подъесться, и также съесть уже ту же самую белую акулу. То есть игра, если выживание, то она займет, ну, у вас час-два. Пока вы к игре приноровитесь, пока вы поймете, в чем смысл игры. Все, вы пройдете его уже, все. Ну, а так, поиграть с друзьями. Игра, ну, для меня, можно сказать, интересна была тем, что необычная, но... Ну, нет в ней какого-то такого экшена. Все понятно, все предсказуемо. Также нашел один баг. Если ты находишь спаун маленьких рыбок, которых ты можешь есть, просто засасывая их, то есть, ну, ты даже можешь оттуда не выходить, ты просто встал на их спаун, зажал правую кнопку мыши, можешь даже, ну, блин, просто лейкопластером захлить даже правую кнопку мыши, все, она у тебя будет сама работать. То есть, ты там придешь через 20 минут, она у тебя уже будет такая рыба, что ты можешь мегалодона просто засосать. Но это тоже, это как бы еще бета, это все пофиксится со временем, конечно, но все равно неприятно, зная то, что такие есть баги, фикчи. Ну, в основном игра интересная, мне понравилась. Кому будет интересно, я могу после всего этого скинуть ссылку на игру в описании игры. Вот видите, мегалодон в тот раз съел нас просто за один укус, сейчас ему пришлось нас покусать. Ну все, на этом все. Название игры найдете в описании. Кому интересно будет, я скину в описании также после выхода видео ссылку оттуда, откуда я скачивал. Ну и на этом все. Всем пока.